Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас обзорчик очередного героя с девяточкой. И это будет вот такой вот Бигфут. У меня не один герой уже с девяткой. Уже показывал. Сделаю вам обзорчики на них отдельно. И также мы их протестируем на атаке фортов. Чем ожива хороша на 9-9? Герой ресается два раза. 70% жизни, можно подобрать ему любой талант, и он будет реально прикольненьким, при том, что уже 8 эмблемки есть, поэтому как бы вопросов в выборе, что ставить героя, ну, не знаю, не очень много вариантов. Как по мне, жива сейчас будет одним из топовых вариантов, потому что герой у вас будет пару раз резаться, плюс его еще можно резнуть. Давайте сейчас сюда поставим еще дерево. Вот у меня дерево тоже с девяткой есть. Вот такая вот сборка максимальная. Ну и посмотрите, что может герой рунами. У нас стоит выживание для того, чтобы не попадали по нему первые секунды. И он мог спокойно набрать энергию. Ну, как видите, в принципе, он резается и выживание срабатывает. В чем и плюс. Даже если по нем попадают, там пролетают нули. Давайте я вам покажу сейчас всю сборку. Восьмое выживание, доспех, уклонения стоят. То есть такая вот сборка с уклоном. Вот опять вот, смотрите, его бьют, у него нули шли. Теперь он отхил включил. В чем, в принципе, плюс жевания? 3 секунды не уяз. Мне, в принципе, этого хватает. Вот на Красмахатма тоже интересно будет посмотреть. Ты посмотрите, как мохнатка бьет. Ну вот смотрите, практически просадил Накраса. Ну там еще и Фрея включилась. Но посмотрите, сколько он урона тащит. Вот только они его еле убили. Выкинуть Минотавра просто ради интереса выкину. Посмотрите, что с него будет. Все. Вот еще раз Бигфута резнули. Как видите, опять срабатывает. И, конечно, просто тут Махатма и Фрей, и Стрелок. Нереально. Вот и дерево то же самое, сколько реса у него. То есть на PvP-локациях реально такая сборка будет очень-очень неплохой. Так, поехали на экспедицию, пробежимся. По-моему, этот с девяткой, если не ошибаюсь. Нет, не этот. Надо будет второго слить. Так. Бигфута, в принципе, многие используют очень часто, поэтому для него очень много сборок есть разных. Нет универсальной сборки. Не надейтесь, что вы что-то одно возьмете, оно будет везде тащить. Поэтому нету у вас скина. Качайте второго Бигфута, если есть. Можно было бы, в принципе, ему не слона ставить. У него и так ему стана есть, когда он включается.
Можно было бы и ангела, но вот посмотрите, череп его там пытается бить, но не особо и попадает. Ну, как видите, он даже не умер. И все удары еще по нему проходят. Так, а ну-ка. Тут, в принципе, он тоже. Сейчас так сделаем, найдем более сильных противников. Так, Афина, Ворожей, Махатма. Вот отлично, можно здесь попробовать. Вот Махатма била. Максимум, что она выбивала, там нули, вот опять нули, видите, вот в этом как бы весь смысл именно такой сборки. Вот его ушатали, он опять резнулся, опять его бьют. Конечно, тут и стрелок уже включился, но все же смотрите, как он выживает. Вот опять резнулся. Еще плюс в том, что я могу еще раз перезаход сделать, у него куча ожив, он не считается, что он умер. Так, вот Бугимен есть. Это, а, Бугимен и Стрелок. Еще и Афина. Ну тут, конечно, его сейчас, наверное, они все вместе ушатают. Но опять Афина бьет нули. Ух ты, там урона по нему проходит. Ну все, тут молчанку наложили. И все равно, смотрите, он резается, его еще полностью не слили. Фига себе. Вот так вот, ребят. Видите, как он их тащит по чуть-чуть. Буги он слил один раз. Ну что, второй раз? А, чуть-чуть не хватило. Ну не знаю. Мне нравится. Фига себе, отхил. Не могут разобраться. Давай, давай, давай. Ай, чуть-чуть не хватило. В общем, вот так вот. То есть урон он держит, самая основная его задача. Фрей его сразу не сольет, как это бывает на PvP локациях. Поехали на арену. Сейчас его тестанем здесь. Можно, кстати, вот я тестировал разные варианты. Ракушку тестировал, дар жизни тоже неплохо смотрится именно рунами. Корка будет неплохо смотреться, но корка у меня, к сожалению, пока только на английском 8 будет. Так. Из эволюции давайте этого с паладином разберем. Может, кто-то с топа попадется. Ничего себе, жесткий паладин. Что-то печально здесь с топом. Ну вот опять же его толпа бьет, вот 3 секунды у него не увяз, потом он включает заморозку свою. Ну блин, дайте кого-то хотя бы, вот думаю тут, а, череп, ну посмотрим.
И там череп ушатает его. Череп, наверное, затащит, если включится. Да ладно. Ну, Бигфут, давай, 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 давай. Бигфут затащил. Ну, череп не максимальный. Так, вот еще интересно, кто-то есть. Ну, тут нет. Без вариантов у него, наверное, скорее всего. В общем, вот так вот, такая вот сборочка, думаю, на атаке фортов и в забытой, да и в древнем, если наткнуться на такую пачку с оживами, я ее буду тестировать. Надо посмотреть, когда там у меня будет. Точнее, в древнем я такой пачкой прошел, там 29-е затащил на изи, зеленые. Мне интересно будет еще посмотреть в лабиринте. Кстати, противовары еще давайте сбегаем. Отлично. Вот единственный нюанс, если Ара заблочит, а Ара не успел заблочить, то странный там Ара. Вот смотрите, пачка. Вторые Аво, 11 скиллы. И они не могут его вытащить. Ему вообще пофиг. Там череп с отхилом остался. Все, до свидос. Не знаю, мне нравится. Пишите в комментах, какие вы хотите еще видеть сборки. У меня еще есть много героев, девяток. Постараюсь вам побыстрее их заснять. Варианты прокачек. Но реально оживан на сегодня очень тащит. Сейчас еще в забытую сбегаем. Может, там будут топовые пачки, хотя у меня там немного пройдено, поэтому там противники слабенькие. Но смотрится очень и очень. Так, ну еще этого гляну. Ой, отлично, ПБшка есть, Афинка есть. Ух ты, сколько там ему дома. А там еще и Фрея, посмотрите. Офигеть. Посмотрите, сколько он урона держит. Жесть, ребят. Он просто прошелся, протоптался по ним. Не знаю, круто. В любом случае, оживо это будет круто. Можно поставить разброс для некоторых героев. Можно поставить ту же самую корку. Вариантов очень много на отражалке. В общем, я не знаю. Будем тестить все. Надеюсь, завтра на атаке фортов будут нормальные противники, и мы сможем все-таки нормально это все протестить, потому что последнее время с противниками реальная печаль. Давай, добивай уже. Надо подняться в топ на арене здесь. Следующая наша цель. Так. Вот он в этой пачке есть. Я его отсюда удалю.
Поставлю его соло вот здесь. Видите, у меня тут противники не ахти. Тут даже выбрать несколько. Сейчас пройдем, может кто-то появится. Махатма злобная, но может этот с Валькой. Думаю, вряд ли там вторая эволюция. А нет, вторые, ну конечно, такие себе. Ну что они ему смогут сделать, вот мне интересно. И просто их сожрет сейчас. Там душегуб с восьмым разбросом, что ли? Да, походу. Смотрите, они ничего не могут ему сделать. Ну и он им тоже. Он не может зарядиться, но если сейчас зарядится, то посливает нафиг. Вот так вот. Урона, как видите, у него там... Ну, хотя, в принципе, у него урона хватает. У него не хватает заряда, чтобы включиться. Если бы он включился, он бы их слил. Так, к сожалению, душек с разбросом, как видите, еще тащит. В общем, вот так вот, такая вот сборка, ну не знаю, мне нравится. Вы пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ждите следующих обзоров, всем удачи, всем пока.